Чего они вам решили целоваться? От жары сдуреть? Ой-ой-ой, от жары просто, ну, я не знаю вообще, что. Ты не знаешь, сколько еще такая жара будет? Неделю где-то. Ну, неделю я еще перетерплю, но я уже больше не могу. Мне уже хочется поскорее, чтобы это все закончилось. Мой ребенок то же самое спросил. О, Господи, ты еще ребенка туда притащил. Ёпала мене. Африканский циклон. Жар просто, ну. У тебя на стримах особенно жарко. Думал, думал. Сказал. Молчал, молчал. Потому что я рассказываю про нудистские пляжи. Поехал я потеть. О, начинается. Давай, Юр. Дала. Здрасте. А тут гранчик у нас? Я гарно взял. Спасибо, Иван. Я внимательно вас слушаю. А почему вы... А, сегодня суббота. Что, у вас свободное время? Чем вы вообще занимаетесь, помимо того, что слушать нас? Ты классно хлопцы маешь. Конечно. Спасибо за... Не ответишь? А что он спросил? Олег, что такое, Олег? С тобой какие-то... А, извини меня. Модер твой заблок. Подвеска. Тебя заблокировали когда? На подвеске написано Марина. Я же уже показывала. Марина. Когда тебя заблочили? Ты ж пишешь, все нормально. Юры, работа не позову. О, да. Прикинь, в такую жару. В гамаке качаешься? Ничего себе. Это типа у тебя выходной или ты бездельничаешь по жизни? Вадим так и не пришел. Бросил меня. Степан не пришел. Степа я не смогла позвать. Вау! Спасибо, Марко, спасибо большое. Выходной, завтра работа. Так завтра в воскресенье. А ты... Буде бажання, заходь. Да, я представляю, так плавишься, а у него вообще зон. Угу. Так мало того, прикинь, мало того, что ему нужно пожарку посинтушить, так он же еще это должен делать в костюме, ну, в смысле, прикинь, в форме. Вообще капец. Андрей, адвокат, ты что молчишь? Что за забастовка? Доброго дня, я из Днепра. Лично нельзя. Фух, еду, Маришонок. А, ну ладно, Андрюха, не отвлекайся от дороги. Можешь подслушивать, хорошо. Можешь подслушивать и смотреть на дорогу. Так уж и быть. Ты сегодня зайшов-то, вот это, похихикал и тут. Знаю, работал пару месяцев. Вообще жесть, да? Ты что, в форме еще и пожар тушить, ну, я не знаю, я, ну, это ж можно крякнуть просто. Они еще, ну, вот в этих, да во всем, вот в этом всей форме, в балаклавах, то есть ты весь в одежде, миллион у тебя одежды, еще и рядом, ну, тупо ты должен тушить пожар, то есть вот за тебя еще и огонь, ну, я не знаю, какая там температура, блин.
Будешь должен. Ладно, что. Да не знаю, как сейчас, а тогда ни хрена платить там не хотели. Ну, это уже как бы у Юры надо спросить. Не думаю, что много платят, но думаю, что это нелегко. Тем более, они и завалы разбирают после прилетов. И на всякие разные ситуации выезжают любые. То есть, что угодно произошло, их вызовут, они должны ехать. И хоть кота с дерева доставать, хоть, я не знаю, там, змею с дома вытягивать у людей. Ну, короче, все, что хочешь. Ну, не только ж пожары. Ну, типа МЧС. Тогда платили трешку и то с натяжкой. Я не знаю, честно, Сереж, не знаю. Я знаю, что... Как это сказать, график, то есть он может сутки отработать свои рабочие сутки, а потом приехать. Он может, его могут вызвать обратно, если прилетела ракета и какие-то разрешения, и не справляется там ихняя бригада. Его вызывают в выходной, и он может сутки еще хреначить, вообще не спавши. То есть, ну, и за это не заплатят. Если вот тебя в выходной вызвали, за это тебе не заплатят. Я его понимаю, мне... Да, тупо. Он не может никуда уехать в свой выходной день или выключить телефон. Такое нельзя. Ему позвонят, и он должен ответить, и он должен приехать. Если он собирается куда-то уехать, он должен заранее предупреждать, ему должны дать добро, и тогда он знает, что его нет в городе, к примеру, его не трогают. А так нет. Он не имеет права не взять трубку и отморозиться. Работка такси. Вообще бред собачий. Степочка, привет. Привет, привет. Хотела тебя позвать, но в Телеграме нету нашей переписки, и я не смогла поделиться там. Но ребята делились в ТикТоке. Привет, приветик, приветик. У тебя есть мое любимое пиво? Саншушку? Нету, у меня такого нет. Ну, короче, вот это меня вообще абсолютно бесит, то, что выходной день. Ну, как это так? У меня выходной день, я его ждала, я, может, что-то хочу отдохнуть. Хочешь? Как это меня позвали, я должна сесть и поехать? Так мне еще и за это не заплатят, если мне хотя бы заплатили. Ну. Я просто себя накручиваю тем, что от нас много людей.